Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1482. События дня. Откровение 1.17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти“». За 2 января 2020 года. Ну, тут осталось обращение о помощи. Ищем, чтобы помогли нашему старости кто-то, богатые люди, купить новый комбайн, кормилец земли. Вот все его данные, где, что перечислить. И 4 ролика про них, про хозяйство. А дальше я буду ускоренно проматывать. А тут курсором останавливайте и считайте.
Ну, вот это за вчерашний день. А что вчера? Ну, делали горку снежную. Со мной было 9 человек. Снимали, все выставляем помаленьку. Игорь тут был. Дебунов командовал. Как что, и все сделали, как будто благополучно. Приехали тут 4 машины. 200 примерно 18 литров воды только использовали. Володин на санках привозил фляги. Надежда Васильевна приготовила по количеству людей, покормила. Дроботы, ребятишки были, Ваня с Нестором. Так. Ну, на этом так и все.